Одно время по РЕН-ТВ шла передача «Кулинарное шоу с Джимми Оливером». Джимми Оливер – это молодой, красивый человек, звезда телекомпании BBC, телеведущий, профессиональный повар. И вот в своей передаче он показывает и рассказывает, как правильно готовить различные экзотические блюда, как выбирать омаров, чистить лангустов, мариновать артишоки. И вот одна наша женщина написала Джимми Оливеру письмо. Здравствуй, сынок. Пишет тебе Пивоварова Галина Васильевна с Тамбовской области. Я живу в селе и решила приготовить блюдо по рецепту, что ты дал в своей передаче. Когда я в нашем магазине спросила корень новозеландского батата, меня обозвали проституткой. Разбили мне очки и выгнали с магазина. В среду я поехала на базар, чтобы купить, как ты учил в своей передаче, свежего морского черта. Меня послали к черту. Разбили очки и выгнали с базара. Но я не таковская. Мне все-таки удалось кое-что приготовить по твоему рецепту. Вечером, когда мой муж, кузнец Василий, пришел с работы, я подала ему жареную улитку. На листочке винограда. Я понимала, что он этим может не наесться. Поэтому положила ему две улитки. Мой муж разбил мне очки. Вставил мне вместо глаз улитки. А листок винограда прилепил мне на лоб и написал на нем «сволочь». Наш средний сын Николай работает на шахте. Однажды у них не работала столовая, и Николай пришел обедать домой и привел с собой еще 10 шахтеров. Когда они все сели за стол, Николай крикнул: «Ну, мать, все, что есть в печи, давай на стол мечи!» Я подала им канапе. Маленькие кусочки хлеба с ломтиками шампиньонов, нанизанные на зубочистки. Все 45 зубочисток шахтеры воткнули мне. Джимми, в своей передаче ты это место называешь филе. Но я не таковская. Я все-таки продолжала повышать культуру своей семьи. В следующий раз дело было так. Была зима, стоял 40-градусный мороз. Мой муж с двумя сыновьями, ломом и киркою, долбали на улице фундамент. Когда они пришли домой, замерзшие, проголодавшиеся, они сразу бросились к плите, где у меня всегда стоит 9-литровый бак с горячими щами. Но! Тут их ждал сюрприз. Нежнейший апельсиновый мусс. На маленьком блюдечке, украшенный марципаном. Предвкушая их восторг, я закрыла глаза. Когда я их открыла,
Стекол в очках уже не было. Я почему-то лежала в снегу. По волосам у меня стихал нежнейший апельсиновый мусс, а в ноздрях торчали марципаны. Но я не таковская! Джимми, я начала изучать тайландскую кухню. И что хочу тебе сказать, а? Молодцы эти тайландцы, едят все подряд, что движется. Тараканов, червяков, пауков. Я тут в угол у тебя глянула за шифонер, где у меня полно паутины. Думаю, господи, сколько ж у меня продуктов пропадает. Джимми, в своей передаче ты учил, что блюда из насекомых очень эффектны. Это правда. Эффект был большой. 3 сломанных ребра. Переломы обеих ног. И огнестрельное ранение в филе. А дело было так. У нас шла уборочная. Меня послали кормить комбайнеров. Комбайнеры вышли в поле в 4 утра. Собрали 250 центнеров. Все это вручную лопатами загрузили в грузовики. И слегка проголодались. Ихний бригадир мне сказал, что неплохо бы заморить червячка. Он даже не догадывался, насколько он был близок к истине. Потому что на обед у меня был суп из червяков, пельмени с саранчой, стрекозиное пюре и жучиный рулет. Все это я поставила перед ними на стол и пожелала приятного аппетита. Больше ничего не помню. Люди рассказывали, что меня привязали к баране и взрыхлили мной 18 гектаров. А еще они хотели меня смолоть в муку. Но слава богу, что моя голова не пролезла в бункер. А вот очки у меня теперь мелкого помола. Еще там был сторож, который палил в меня из ружья солью. Джимми, ты был прав, когда сказал в своей передаче, что нет ничего хуже пересоленного филе. Но это все детские сказки по сравнению с тем, что они со мной сделали 3 мая. А 3 мая была свадьба моего старшего сына Петра. Ну, конечно, всю подготовку к свадьбе я взяла на себя. Я же хотела, чтобы все было культурно. А, у нас как свадьбы-то играют? Нажрутся, напьются, потом орут похабные частушки под баян. А я пригласила с города струнный квартет академической музыки. Мир ихнему праху. Ну, сейчас я уже маленько начинаю ходить на костылях. И место в спине, куда мне воткнули смычок, уже зажило. Единственное, что меня никак не могут достать с контрабасу. Потому что пилить его нельзя, что он очень дорогой. Поэтому, Джимми, сижу в контрабасе, смотрю, как из дупла твоей передачи, и жду новых рецептов. А то, что они дерутся и ругаются, я на них не обижаюсь. Джимми, ну очень трудно быть культурным человеком, когда туалет у тебя на улице, а асфальт мы видим только в передаче «Дорожный патруль». Так что целую тебя, обнимаю!